Эй, ты не будешь есть? Гадость! Ты хоть знаешь, из чего оно сделано? Нет, а из чего? Забудь. Я не могу понять, что здесь сказано. Здесь написано, есть только один рычаг. Ты уже достаточно раз упал за свою жизнь. Жди здесь, я все сделаю. Спасибо. Ладно, видимо, мне ничего не остается, кроме того, что сидеть и ждать плавай. Хороший мальчик. A few moments later. Не тратить наше время. А? Привет, Плави! Воу, меня так долго не было. Ага. Прости. Ну так пошли. Подожди ты, я нашел кое-что, что может помочь тебе. А? Вот. Воу, это ленточка? Как мило. Да, то есть, нет, это броня. Оно увеличит твою защиту. Просто на ней. Я милый? Фриз, ты серьезно? Ты что, не видишь рычаг там? О, господи. Пошли наверх. Может, мы найдем что-то? Воу! Я ничего не вижу. Плевать. Ох, чудесно! Эй, оторви взгляд оттуда. Смотри! А? Смотри сюда. А, что? Игрушечный нож. Это намного лучше, чем палка, которую ты нашел. С этим твои шансы выжить резко возрастают. Мне это не нужно. Конечно, оно тебе не нужно. Повтори, что ты сказал. Что это значит? Конечно, оно тебе нужно. Нет. У меня есть палка. Она недостаточно хороша. Она слишком слабая. Как она вообще может сработать против кого-то? Слушай, я не прошу убивать. Это для самозащиты. Нет, палки хватает. Фриск, я клянусь, я... Нет, знаешь что? Хорошо, ты никогда не слушаешь моих советов. Ты же Фриск. Слишком умен, чтобы слушать простой цветок, да? Я даже не знаю, зачем пытаюсь. И да, если ты такой умный, то я тебе вообще не нужен. Я был дураком. Думал, что тебе, человеку, нужна моя помощь. Мне кажется, что это конец. Прощай. А? Стой! Флауи! А? Ты здесь? Перестань! Это не смешно, Флауи! Пожалуйста, прости меня. Я не хотел разозлить тебя. Я буду тебя слушать. И я даже возьму нож. Пожалуйста. Пожалуйста, не оставляй меня одного. Прости меня. Я заставил ребенка плакать. Я ужасна. Прости, я просто вышел из себя. Я понимаю, почему ты не хочешь делать это. Я понимаю, ты не сможешь сделать это один. Я просто... Смотри, я не хочу повторять это снова. Поэтому... А? Спасибо. Да, нам обоим жаль. Тихо. Ладно, хватит обнимать цветов. Нас ждет долгий путь. И я обещаю, я больше тебя не оставлю одного. Так что... Тогда мы должны идти и оставаться решительными. Да, точно. Он хотя бы не сердится. Тогда пошли. Давай уйдем отсюда. Это был тупик, поэтому давай найдем другой путь. Пока-пока, Ви. Пока-пока, Ви.